Вот так выглядит эта конура снаружи. Вот там вот справа сидит Криска. Там вот я работаю. А это моя каморка, где я буду монтировать детишек опачки. Что это за косяк у меня тут вылез? Да нет, надо вот именно спрашивать, что... Даже не то, что вот я в прошлый раз говорила сладости, потому что она начинает, я Сникерс люблю, я Аленку, а вот именно, ну шоколад тоже, какой-то шоколад. Я люблю, вот некоторые киндер понимают, соображают, что здесь сидят, а некоторые, я люблю Сникерс, или я люблю пикник, там, начинаю. Влад, а ты в садик ходишь? Ну, сейчас нету. Ну, сегодня выходные, потому что, да? А так вообще ходишь? А сегодня я заболела. А ты вот когда вырастешь, сама кем бы хотела работать? Не знаю. Ну вот мама доктор у тебя, а ты бы кем хотела бы быть? С детками. А мама тебе какую сказку читает дома? Про Башку. Как медведь ее хотел мужа обмануть. Что она сделала? Хотела она закричать, и медведь и побежал. А Маша все в корзинке, и он обманулся. Какая Маша? Хитрая, да? Хитрая, да, гроза, вот такие, как у Ефа. Какая тебе еще серия нравится? Красная она, была красненькая, как ягода, вот такой цвет она была. Вот ты бы такую бы сказку рассказывала бы деткам, когда выросла и была бы воспитательницей? Ну, я почти была бы Айгая. А какие ты игры знаешь? Я уже все тебе говорила. Большие? Да. Динозавров играешь, что ли? Нет, ты что? Они в лесу живут. Хочу быть воспитательницей. Скажешь так громко мне? Нет уж, нельзя. Это можно голос совать. Или хочу быть такой. Не хочешь? Робот хочу. Доброй девочкой. Ты мне сказала, хочу играть с детками? Ну... Я уже тебя предупреждала. Моя странная работа. А должна была всего лишь что-то монтировать. А приходится еще и бухгалтером подрабатывать. Я люблю лошадок. У меня есть дома игрушки пони, я в них играю, даже я друг увидела вот в каком-то магазине летающих лошадок, таких маленьких, мягких, их нельзя мочить. И я одну купила, у меня попалась с короной, и у моей сестры тоже же такая, но только не одинокая, у нее фиолетовые волосы, а у моей лошадки розовые волосы. А больше всего мне, когда я вырасту, мне хочется делать игрушки лошадки. Маленькие и большие. Ух ты, как интересно. А почему ты хочешь этим заниматься? Ну, потому что у каких-то лошадок, больших и маленьких, там есть волосы. Они такие мягкие, очень хорошие, их расчесываешь, играешь даже с ними, кукол, садишься.
Мне куклы тоже нравятся, но я люблю разукрашивать, рисовать и рисовать русалок. Их хвостик мне нравится. Еще что-нибудь расскажешь? Ну, я сплю за шкафом. А уже было за креслом. А уже мы все поменяли с Яной, с моей сестрой. Теперь Яна на кресле, я за шкафом. Ну, за шкафом мне чуть-чуть темно, я боюсь. И еще у моей лошадки такой маленький, мягкая. У нее крылья в ночью светятся, прям зеленые у нее крылья. А вот у королевы лошадки, у нее есть рог, и еще у нее розовые крылышки, тоже может светиться розовым. Летать буду в космосе. Вот буду даже полечу за край вселенной. Стоп. На спутнике одном. Кстати, один спутник уже за вселенной. Ничего себе. Да. А ты откуда эту информацию узнал? Мама мне показала. Вот Пупся сидит на монтаже. С выпученными глазами, да? Вот в такой вот конуре. Чего это конура? Очень даже. Ну, у собаки больше. Запечатлели меня, чтобы я потом вспоминала. А вот здесь еще 300 человек переодевается. Тут же... Потому что у меня, Леха, 20 роликов осталось. 148 всего. Тысячи уже сделала. 300 тысяч монтажей, вертолета нет. Меня обманули где-то. Это Крестюшина, да. Конура монтажная. Я, оказывается, не снимал. Забыл нажать. Здесь же... Раздевалка, шоколадохранение здесь происходит. И вот такой вот потолок. Человек делает так, чтобы декорации на нас не упали. Я сейчас прямо загоржусь. Дочь. Монтажа. Если не Кристинин новый грибочек, который его воодушевляет на подвиги, зарабатываем на общий вертолет. Заметьте, это я предлагаю. Полицейским защищать город. Ну, кто-нибудь там будет обижать кого-нибудь, грабить что-то, я подойду. Пройдите со мной, пожалуйста, полицейский участок. И там будем все разъяснять. Я хочу стать охранником. Ого, а почему ты так решил? Ну, потому что...